Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по боксу, где я на просмотре сайта зарабатываю денежку Litecoin ADS. Сайт у нас находился на тех работах, что-то последнее время зачастили у нас здесь тех работы. Вот пораньше были тех работы, поработал он буквально несколько дней, и опять техработы начались до 1 июня. Вчера сайт начал работать, и естественно у меня на балансе были денежки, я поставила их на вывод. Значит, особенно здесь ничего не изменилось, не знаю, что здесь админ колдовал над проектом. Вот. Изменился лишь только лимит на вывод на кошелек Payeer. Друзья, был минимальный вывод здесь на Payeer от 2 долларов. А на Faucet Pay, по-моему, от 50. И вот на Payeer изменился лимит вывода. Значит, в хорошую сторону изменился. Стал от 50 центов. Вот минимум на Payeer 50 центов. И я их вчера поставила на вывод. Все замечательно. Букс платит. История. Я вот сразу поставила. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Они берут там немного, у них комиссия. И вот я 1.06 ставила на вывод 85 центов на Payeer. Все зелененьким комплект или что там готовые. Вот. Переходим на Payeer. 2 числа вот сегодня. Перевод выполнен, ну, с учетом комиссии. Payeer же у нас еще берет комиссию 0,84 цента. Вывод Litecoin ADS. Все замечательно. Платит. Отказываться я от этого букса не собираюсь, естественно, так как здесь очень-очень дешевая реклама. Я в основном рекламлю баннеры. Вот. Значит, новая компания. И вот здесь я рекламлю проекты. Значит, один день 75 центов всего лишь. Это где-то примерно рублей 50 будет. Сейчас я даже сайт открою и покажу рекламу. И сейчас я вам покажу, как здесь рекламить. Я буду загружать баннер 468/60. Сюда вставляю ссылочку рекламируемого сайта. Сюда можно загрузить файл, баннер, а можно вставить просто ссылочку. Значит, я вот этого проекта. Значит, смотрите, какой букс и аналогичные рекламы. Потому что если я там, например, своего, ну, такие вот адекватные проекты, Атрон, Идеал и так далее, они здесь не пройдут. Вот. Здесь работают в основном криптовалютчики, которые занимают, ну, любят криптовалюту, вот все такое. Значит, далее я вставила ссылочку на баннер, и вот на синюю вкладочку, представьте, у меня должен встать баннер. Страничка загружается, вот мой баннер встал, и реферальная ссылочка. У меня будет работать рекламка один день. Народу здесь ого-го. Значит, и что я буду? Я могу с майн-баланса, с баланса покупок и с кошелька. Я всегда стараюсь оплачивать с кошелька, потому что она сразу идет уже в работу. Вот. Мне перенаправляет на Payeer. Буду оплачивать от 75 центов. Сейчас посмотрим в рублях сколько. Ну вот, считай 58 рублей. Подтверждаю. Если я буду с баланса покупок, сначала идет на модерацию, а потом уже администрация одобряет, и уже тогда она идет в работу. А напрямую с кошелька моя рекламка уже сразу в работе. Давайте поставлю на паузу и далее продолжу. Вот, ваш платеж успешно обработан. Сейчас меня обратно перенаправят в
кабинет. Вот страничка загружается. Я здесь вот регулярно даю рекламу. Вот опять кликаю баннеры. И вот моя рекламка встала. Вот она. Активный, видим, да? Все. Эти уже у меня отработаны. Также у меня есть аналогичный букс, где я тоже даю рекламку. И здесь у меня также уже рекламка. Она до вечера. Я вчера давала рекламку. Здесь у меня на Light GPT. GPT. Вот как-то так. Здесь у меня $36. Я также здесь успешно работаю. Зарабатываю. И вот также я на Pair. Доллар. Сколько у меня? 36. 1.36. И кликаю вывод. Вывод. Подтверждаю. Также вывод обрабатывается в ручном режиме. Минимальная сумма на вывод 50 центов на Pair. И можно также выводить на FaucetPay. Так, что я хотела? Вывод. И я хотела посмотреть историю. Так, все. Давайте я обновлю страничку. Выплата, вот они, вот история. Так, выше. Вот в ожидании, как администрация одобрит, проверит, и мне денежка придет на кошелек. Изумительные буксы, конечно. Ну что, друзья, кому интересно, присоединяемся. Все ссылочки будут в описании под видео. Надеюсь, не закроют на техработу в очередной раз. И все будет работать, как и раньше. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.